На Саратовском манеже новое шоу. В ближайшие выходные в цирке стартует очередная программа. Премьеру в Саратов привезли артисты, запомнившиеся жителям красочным шоу. Цирк на воде объединил уникальные акробатические номера, дрессур морских животных и синхронное плавание. Тему продолжит Елена Губенкова. Водное шоу, объединяющее самое необычное и красочное цирковое искусство, стартует на Саратовской арене. Фонтаны, бьющие прямо под купол цирка, морские животные и мастера синхронного плавания создают шоу, которому нет равных. Номера плавно перетекают из одного в другой. Вот сказочная фея мастерски управляется с дрессированными голубями, а уже через минуту ее сменяют пластичные гимнастки. Но главный атрибут шоу, конечно, поющие фонтаны с красочным оформлением. Шоу воды со всеми музыкальными фонтанами, которые доходят вплоть до купола. Поэтому высота этих фонтанов около 20 метров. А общий объем воды, который здесь, причем теплой воды, доходящей до 30 градусов, 180 кубов. Поэтому здесь есть где развернуться всем тем животным, которые участвуют. Каждый номер, включенный в программу, связан с водным пространством. Животных тоже подбирали подходящих для шоу. Крокодилы, питоны и главные герои праздника – морские львы Софи и Боб. Они такие разные, но все-таки выступают вместе. Соня, хоть и значительно старше Боба, в массе ему уступает. Но это и понятно, самец крупнее. А вот в плане дрессировок задачи у них одинаковые. Их номер длится примерно 20 минут, и за это время они демонстрируют все, на что способны. Дрессировщик Андрей Шевченко говорит, у него в представлении роль чисто формальная. Соня и Боб способны отработать номер и без него. Но на то, чтобы научить животных так слаженно двигаться, уходят годы. Где-то после 4, после 5 лет, когда эти животные превращаются в людей, вот, уже тогда с ними достаточно проще, можно договариваться. Собственно, вся дрессура, весь тренинг построен именно на том, чтобы договориться с животным, чтобы объяснить, дождаться того момента, когда он будет понимать это уже, что от него требуется. Программа будет проходить в Саратове в течение месяца, а премьера шоу состоится уже в ближайшую субботу, 18 апреля. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.